Что-то я не понял, а что это на карточке деньги закончились? Ну, у нас с Иркой был маленький шопинг. Надо было очень сильно постараться, чтобы на безлимитной кредитной карте закончились деньги. Это что такое? Это колечко Кавалли. И сколько человек его ковали, что оно стоит 250 тысяч рублей? Это что? Да-да-да, это 5-й айфон. Это 4-й. Игорь, я адекватно, это 5-й айфон. Ты неадекватная, это 4-й, 5-й айфон за этот месяц. Это что такое? Серпантин на Новый год? Игорь, это чек из салона красоты, дай сюда. Подожди, красотка. О, ты постриглась. Ты заметил? Я прочитал. Ну и как тебе прическа? Знаешь что, мне кажется, что ей не хватает какого-нибудь головного убора. Не знаю, вон, сомбреро надень. Сомбреро! Красивая, да? Угадай, куда я в этом пойду? Да чё гадать, я точно знаю, куда ты сейчас со всем вот этим пойдешь. Только не знаю, как со сцены об этом сказать. Парео! На зиму она купила парео! За сколько? Игорь, я тебя умоляю. Игорь, пожалуйста. Ну согласен, парео нужная вещь. Нужная и с огромной скидкой. В этом мы с Иркой знатоки. Знатоки? Тогда внимание, черный ящик. И против семейного бюджета играет безработная Елена из Мехико. Внимание, вопрос. Что было в голове у Игоря, когда он 3 года назад сказал в ЗАГСе «да»? И что меня теперь за все это убить? Вот, первая здравая мысль за сегодняшний день. Лена, знаешь, чего не хватает на этой карточке, кроме денег? Цифры, буквы, я не знаю. Слез! Она мироточить должна! Я мученик! Так, все, пошли домой, я есть хочу. Ой, а у нас хлеба нет. Лена... Ну ты же в магазин как раз за хлебом и выходила.